Всем привет! С вами Александр, интернет-магазин antilife.com.ua. Перед вашими глазами, на вашем мониторе, я хочу показать вам модель Lenovo A820. Это смартфон довольно-таки известный, то есть, но все привыкли его видеть в одном формате. Это такой темный цвет с оттенками фиолетового на задней крышке. Вот мы получили свежую поставку в белом цвете. Хотел вам просто продемонстрировать, как выглядит данная модель, и ответить на несколько вопросов, которые спрашивают в комментариях. Во-первых, я уже снимал обзор на эту модель. Подробный обзор на эту модель вы сможете найти на нашем канале. Модель очень хорошая, интересная. Выглядит белый вариант вот так вот. Задняя крышка матовая. Она имеет не просто вот такой вот простой белый, она и какие-то вот такие отблески имеет интересные. В принципе, и фиолетовый вариант тоже вот имеет их. Ну, фиолетовый преобладает, здесь белый преобладает. Один из основных вопросов, когда я снимал тот обзор предыдущий на эту модель, я снимал его очень давно. И после того времени уже вышла куча софта, куча прошивок. И в том обзоре у меня еще был частично русский Lenovo. Здесь я просто хочу вам продемонстрировать, что прошивки наши сейчас и на темном варианте, и на белом варианте, они с полноценным русским языком. Все работает превосходно, великолепно. Багов в прошивке не замечено, люди берут эти модели, и никаких проблем там с прошивками, с какими-то софтовыми конфликтами просто нет. Модель, прошивка рутована, то есть смартфон рутован, благодаря прошивке имеется root права, супер юзер, то есть, ну, в принципе, все хорошо. Вот такая вот белый смартфон, этот Lenovo A820. В закупке Lenovo A820 стоит дороже, так как модель дефицитная, то есть и сколько продаем эту модель, вот только в конце октября мы получили, первый раз увидели эту модель в белом варианте. На этом все, спасибо, всего доброго, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на наш канал.